1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Вчера вы должны были посмотреть видеозаписи с участием аргентинской сборной. Состоялось ли это мероприятие? И что интересного вы увидели в игре этой латиноамериканской команды? Да, у нас вчера была теория. Мы посмотрели, как они действуют в атаке, нам подробно все рассказали, показали. Еще раз убедились, что это сильная сборная с очень сильной атакой. А оборону мы будем, у нас будет практическое занятие, где мы будем смотреть уже, как они оборудовались. Ну, есть такая пословица: в спорте порядок бьет класс. И какие козыри у нашей команды, чтобы добиться хорошего результата? Ну, я думаю, нам надо выйти сплоченно друг за друга, постараться показать свой максимум, несмотря на то, что это товарищеская игра, но мы играем у себя дома, будет полный стадион, и нам надо показать себя и быть друг за другом. Месси, великий легендарный футболист в Москве, вообще сыграть против него, каково это? Я думаю, там Месси это само собой, но у них вся сборная сильная. Просто интересно сыграть против такой команды. С партнерами по «Зениту» общались вообще, что они говорят? Как с ними связь поддерживают? Как связь поддерживают? Ну, в принципе, связь никак не поддерживает, потому что языковой барьер. Тяжело общаться, но буду рад их видеть. Что? Они сильные ребята. Как бы все-таки Аргентина топ-сборная, финалист прошлого чемпионата мира, как вы считаете? Почему они же играют бок о бок с вами, то есть, Почему они все молодые, талантливые ребята, хорошие футболисты, им есть куда расти, то есть не зря их вызывают сборную. Об этом все говорит, что они вызывают сборную Аргентины, это говорит о их уровне. Есть ощущение, что наступил ключевой этап подготовки, да. Сейчас уже будем играть с самыми топовыми сборными, да, Бразилия, Франция, Испания, Аргентина. Ну, есть ощущение, что вот на финальную прямую вышли перед чемпионатом мира? Или пока еще нет? Ну, пока такого ощущения нет. Просто готовимся к предстоящим играм. Хорошо, что у нас такие соперники нас ожидают. Мне кажется, это большое преимущество делать игры с такими сборными перед чемпионатом мира и проверить свои силы. Какие-то все-таки особые настроения есть внутри команды? Подготовка игры с Аргентиной, где будет Месси, как-то обсуждается это, есть тут? Ощущается, что особенный матч? Да, в принципе, об этом не обсуждается, просто обычно готовимся к игре. Спасибо. Игорь, сегодня была небольшая благотворительная акция, но начала. Как вообще влияют такие мероприятия на настроение, может быть? Ну, это всегда отлично, то есть поднять настроение детишкам. Я за такие акции, когда приходят, видят живую футболистов, мечтаю, дарим им положительные, позитивные эмоции, я думаю, это огромный плюс. Спасибо, коллеги.